Все говорят о том, что государство должно, 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 давайте закачаем больше денег в Омск, давайте еще, ну то есть материально их обеспечим. А почему вообще государство должно обучать частных, ну, коммерческих пилотов, которые потом не будут работать на государство? Есть государственная авиация, да, есть, там должно учить государство, где пилот обучается, да, и это, кстати, путь очень многих пилотов на Западе, где он идет служить в армию по факту, становится там пилотом самолета или вертолета, отрабатывает по контракту в армии, потом выходит на рынок частный. И это нормальный путь, и наши ведь деньги идут, да, налоговые, на то, чтобы их учить. А зачем учить за бесплатно, за счет государства людей, которые потом пойдут работать в частный сектор, будут получать зарплату 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц? Может быть, вместо этого лучше создать механизм, который позволит, во-первых, появиться другим опциям, да, где человек за деньги может прийти, получить образование.